Что, где, когда? Главное на этой неделе. Модернизация в эпоху стабильности. Последняя неделя президента. Странно бывает слышать досужие рассуждения на тему, нужна ли вообще нашему народу свобода. Чем запомнится россиянам 4 года с Дмитрием Медведевым? Граждан. Почему известный адвокат грозит залить Москву кровью? И нужны ли России суды шариата? Осторожно, детский сад. Как воспитательница заразила больше 50 детей туберкулезом? И что будет дальше? Больше всех в этой ситуации виновата сама женщина. Будьте вместе с нами в это воскресенье в 21:00.